Всем привет! Сегодня мы будем слушать Скриптонита. Трек называется «Время возвращаться». Видимо, Скриптонит уже, ну, что-то он в последнее время редко творит. Наверное, он решил что-то привнести в новое свое творчество и вернуться, и как бомбануть. Сейчас узнаем. Если все будет так же, то это печалька. Круто ли все это в самом деле? Я думаю, нет, кто знает, но я не учился в универе. Да и там такое не преподавали. Я просто говорю в привычной мне манере. Ведь не факт, что она лишь на морали. По кругу или по спирали, я вряд ли смогу тебе ответить. Но что-то я дознаю, через лет 15 я скажу все по-другому. Может быть, вообще скажу другое. Но даже как молодой, говорю тебе, не стоит искать дешево, не стоит брать чужое. Всем миру, брат, всем миру, брат. Я не лучший человек, для примеров правильно. Учись на чужих ошибках, если не дурак. А если и дурак, можно исправиться. Девочки будут любить тебя. Часто им бывает нелегко от нас. Иногда бывает нелегко любить. Иногда и любят далеко не нас. Правда, хорошо, где нас нет. Ты убедишься сам еще много раз. Помни, когда в доме начинается снег. Время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя. Пацаны будут ходить твои мозги. Ничего кроме ног не свой носки. Оу, фейка, где на улице. Правда хорошо, где нас нет. Ты убедишься сам еще много раз. Помни, как в доме начинается снег. Время возвращаться на улицу. Под сном 04-м я мечтал, что уеду жить в штат. Буду охуевшим рэпером, надо петь свои песни. Куплю себе огромную хату в ЛА. Побывать бы в ЛА, побывать бы в ЛА. Сейчас нахер мне этот ЛА не врубаешь. Я не знаю, когда я хотел бы больше, чем домой. Да и хочу ли я домой, я не знаю. Не знаю, нужно ли мне что-то кроме этого. С другой стороны, мне как-то фиолетово. Ведь даже когда кто-то мне советовал забить на любопытство, я не слушал, я проверил, из чего я сделан. Все вокруг проверилось словом и делом. Я сел вперед, а окно не запотело. Наверное, что-то да и понял уже. Не в деньгах дело, кто бы спорил. Но мы бандовые и без дела. Даже без зловых и все девки от нас без ума. Хоть иногда важнее найти не купюры, а слова. Не ждать судьбы подсказок, когда тебе надо вспомнить свой. Девочки будут любить тебя. Но часто им бывает нелегко от нас. Иногда бывает нелегко любить. Хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, когда в доме начинается снег. Время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя. Пацаны будут ходить твои мозги. Ничего, кроме ног, не суть носки. Обувь, выходя на улицу. Правда, хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, когда в доме начинается снег. Время возвращаться на улицу. Ну, что хочу сказать, вот когда у Скриптонита хотя бы начинаются понятно слова, то и сразу и смысл читается. Я знаю, что у Скриптонита всегда есть смысл. Но когда вот он вообще непонятно звучит, то это очень трудно понять про что. Здесь был очень такой, ну, достаточно глубокий трек и по смыслу, и, в общем-то, все читаемо. Хорошо, где нас нет, это однозначно, но иногда хорошо там, где нас нет. Гораздо лучше, чем там, где мы есть. Но в целом, друзья мои, ну, как бы вот
вот скриптонитовский стиль я не очень люблю все равно. Но этот был немножко помягче. Вот эти пык-мыки, это вот не мое. Вот, поэтому я так ставлю золотую серединку. Ну, тройку как-то несерьезно, поэтому из 10 поставлю ему 5. Обманем друг друга. Вот, ну, за смысл, за то, что понятно о чем. И вот за это пятерка. А вот эти... Вторая пятерка снимаю за то, что скриптонит не меняется и не читает так, как мне нравится. Всем пока.